Я вырос в Новом Орлеане, в Нижнем 9-м районе. Отец загремел в тюрьму, когда мне было всего 2. Там он и отдал концы. Мама после этого удара так и не оправилась. И начала спиваться и трахаться со всеми подряд. Меня воспитывала бабушка. У нее была своя прачечное самообслуживание и домик в Бургундии. Там мы с ней жили. Когда мне исполнилось 10, я конкретно зафанател от рэпа. Мне больше всего нравился классический рэп. У меня реально был талант. Я почти всегда побеждал на батлах. Но это все было какое-то баловство, ничего реально не цепляло. И вот как-то раз на Хэллоуин на меня что-то нашло, и я сочинил песню. Мне казалось, что получилась фигня, но она в момент стала суперхитом и тут же попала во все чарты. Я сразу стал знаменитостью. Грэмми, тусовки со звездами. Я мог иметь любых тёлок, каких захочу. И у меня впервые появились бабки. Правда, я их тратил чуть ли не быстрее, чем зарабатывал. И я решил, что успех пришел навсегда. Я написал еще песню, и еще, и ни хрена! Ни одна не стала хитом. Я писал и писал, а всем было насрать. 10 лет прошло, и я все еще выступаю на концертах, но публика постоянно требует только мою первую песню. Раньше я играл в казино Вегаса и Атлантик-Сити, а теперь только отстой типа Рено или Лафлина. А то еще хуже, круизные лайнеры. Так что этот концерт, возможно, мой последний шанс. Там будет куча крутых шишек из Голливуда, и если меня заметят, я опять вернусь на вершину славы. Что тут есть хорошего?
Вдруг тут есть что полезное. Посмотрим, что у нас тут. Спасатель сказал мне, ты его слышал. Ты что, не знаешь, что там творится? Хочешь это сюда притащить? Я сделаю. Нет! Ну чёрт, что я говорю? Погоди! Эй! Ты меня слышишь? Понимаешь, что я говорю? Если да, кивни головой. Ну уже давай! Я повторять не буду. О, ну слава богу. Я херовенький, но доктор, а не палач. Матерь Божья. Мы же тебе только что чуть башку не расколотили, представляешь? Не надо было мне слушать синоноида. Радуйся, мне благодать, помни. Господь с тобой. Благословенна ты между женами. Эти твари пришли за нами, а синомой отправился убивать их один. О, Боже. Что, если он погиб? СОС! СОС! Передаю сигнал. Почему ему никто не поможет? Мы не можем бросить его там. Напали. Он спас тебя. Ты ему жизнью обязан. Помогите! Мы можем выступить на закате. Если не собираешься помогать, тогда уйди с дороги. Ты хочешь выйти? Совсем спятила? Раз, два, твою мать, три! Почему никто ничего не сделает? О, Боже! Что, если он погиб? Помогите! СОС!
Погнали! Пожалуйста. Он один защищает. Господь с тобой. Благословение. Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Ах, надо было уходить с остальными. Благословен плод чрева твоего, Иисус. Почему никто ничего не сделает? Ладно, но это безумие. На счет три. Раз, два, твою мать, три! Тебе это, сука! Бейте по нему! Последний? Слава богу. Спасибо, парни. Вы там? Алло? Вы меня слышите? Дьявол, алло? На нас сейчас напали. Ваш друг из отеля очнулся. Вы были правы. У него действительно иммунитет к этой дряни. Если бы не он, мы бы не продержались. Теперь, возможно, мы выстоим до прибытия помощи. Помощи ее не будет. Эту дрянь не остановить. Я видел, что она сделала с моей женой. Вы должны уйти оттуда, и я могу помочь. Я могу организовать транспорт какой угодно. Но сначала вы должны добраться до меня. У меня здесь полно больных и раненых. Они обезумели от страха. Скажите, где вы? Где вы? Эй, вы там! Алло! Алло! Черт побери! Всех я уж думал, тебе настал конец. Из-за тебя... Иди, твою мать! Я уж думал, тебе настал конец.